Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ростислав Доронин. Как, простите? Ростислав Доронин, я из города Сургута. Вот. Доронин. Молодец. Доронин я, да. Доронин. Доронин. До. До. Вы никакого отношения не имеете? Нет, нет, а, нет, просто вот... Ну, к какому-то Доронину вы имеете отношение? Ну, имею, да. Вот да, это главное. У меня дедушка, заслуженный деятель искусств Кубани. Вот. А если бы он это услышал, да, дедушка, какая у него была реакция? Был бы очень рад, потому что на Кубани, да, это очень популярная песня. Да. Мне кажется, ему понравилось бы. Позволите, дорогие мои коллеги. Значит, когда поешь такое произведение, я повернусь, потому что действительно симпатично, очень понравилось. Несколько было мест, либо ты и пока не умеешь, либо просто ты себя щадил. В таких произведениях пощады нет, как бы, да. То есть ты должен это открывать, наоборот. Это вот очень некрасиво было. А в остальном, как бы, у меня нет никаких претензий. Единственное, что у нас с тобой кубанский прононс, и тем не менее, ну, это не мешает нам дальше счастливой жизни. Александрович, пожалуйста, будьте. Я не повернулся, потому что у меня вообще как другие планы. А так мне понравилось очень. Спасибо. По поводу криков и выкриков, вот тут можно так, можно сяк, как угодно. И попадал вверх хорошо, но вот почему мне именно понравилось, вот что именно понравилось, редко кто... Да, вот это делает точно. Вот вы это сделали очень точно. Как молодец. Александр? Очень. Это потом. Да. Он, мне очень понравилось. Если попадет тебе в камеру. Очень понравилось. В груве все очень заводно с первого, молодец, с первого момента. Очень, наверное, молодец. Просто переживали, поэтому молодец. Боялись. Да, делать все. Так не смогу. Не украду. Тренируйся. А так очень здорово, по-настоящему и... В ноты очень попадал. Хорошо. Я вот, например, никогда бы в ноты не попал в этом произведении. Учились где-то вы? В Питере, в Институте культуры учился. То есть вы живете в Питере? Учитесь, нет, да? Я живу в Сургуте. Вообще сам, да, родом из Краснодарского края. Откуда? Конкретно. Эх, Каневской, жизнь, район, да, столица Новоминская, могу на всю страну сказать. Знаем такое, города. Знаем. Прекрасно, прекрасно. Бывал прекрасно. Я в твоей станице. Правда, давно это было. А как давно это было? Давно. Сейчас, подожди, дай мне память. И не вспомнить уже. Ровно 39 лет назад.
Что-то изменилось там? Расскажите, Григорий. Особо ничего не изменилось, но вот вполне возможно, что с дедом-то моим мы... Все равно уехали в Сургут, тем не менее. А что там в Сургуте такого привлекательного больше, чем в Краснодарском крае? Погода? Да, погода там помягче. Погода там очень хорошая. Ну, в Сургуте, ну, так получилось. Фрукты, ну, тем не менее, растут. Да, мы вас поздравляем. Вы в проекте, спасибо. Да. Но вы должны, Ростислав, определиться, в какую банду вам идти. Сюда иди. Потому что у каждой банды свои законы. Иди сюда. Иди хочешь туда, хочешь куда хочешь. Сюда иди, ну иди сюда. Сюда иди. Я вообще что же делать? Вы, знаете, я, вот... я тоже здесь как сижу. Что делать? Вы все такие классные, блин. Выбирай. Ты нам нужен по одной причине, я могу сказать. У нас очень много девушек в команде. Как много девушек хороших. Хороших, а потом красивых. Красивых меньше. Вася, красивых. Ну давай уже. Григорий Лепс. Хороший выбор.